Списочник безопасности в образовательных учреждениях решили открыть танцевальным флешмобом. Весело, задорно и по-молодежному. Все-таки месячник посвящен детской безопасности, поэтому занятия спасатели проводят в интерактивно-развлекательной форме. Первым делом малышам показывают пожарную машину. Этот автомобиль не раз выезжал на серьезные пожары во Владимире. Машина полностью укомплектована всем необходимым оборудованием, которое помогает спасателям пробраться к очагу возгорания и потушить пламя. Есть штурмовая лестница, предназначена для забирания на высшие этажи пожарные. То есть при помощи одной лестницы, пожарной, вот маленькой вот этой вот, пожарный может залезть вплоть до 9-го этажа. Могли малыши почувствовать себя в роли настоящих спасателей. Ребята примерили форму пожарных. Смотрите, какой большой тяжелый ремень. О! Как вы думаете, почему такой большой? Юж, не трогай, Илья. Ребят, потому что на этот ремень пожарные вешают еще разные спасательные оборудования. Ну а после знакомства с пожарной техникой и обмундированием воспитанникам детских садов наглядно показали, как нужно оказывать первую медицинскую помощь. По легенде, во время пожара этот мальчик при падении сломал ногу. Прибывшие на место спасатели должны не только помочь человеку выбраться из огня, но и оказать медпомощь. Мы этой шиной соединяем вот так вот, фиксируем. Просто фиксировали. Да, ты не бойся. Вот, и все. И наш перелом больше не будет никуда смещаться. И, соответственно, не будет происходить повреждений. Сами спасатели высоко оценили знания малышей. Профилактические занятия в садах с ними проводят регулярно, каждый месяц. Начиная с 2 лет, в ясельной группе воспитатели читают соответствующие сказки, например, «Кошкин дом». С детишками постарше проводят уроки безопасности, участвуют в конкурсах рисунков и поделок. В 117-м детском саду с детьми даже клип сняли на тему, как действовать в экстренных ситуациях. Обязательно нужно детям напоминания, я считаю, что практически ежедневные нужны напоминания детям, потому что дети непредсказуемы, могут попасть в любую ситуацию. В частности, благодаря таким мероприятиям спасатели отмечают снижение возгорания. В этом году на территории Владимира зафиксирован 81 пожар. И что самое главное, ни один из них не произошел по вине детской шалости. В этом году всех детей во время возгорания в городе удалось спасти. Чтобы положительная динамика сохранилась, владимирские спасатели в течение месяца будут посещать образовательные учреждения и проводить с детьми профилактические занятия. Сейчас у нас подходит к концу летние каникулы, да, и начинается учебный процесс. Соответственно, мы как бы детей вводим опять в курс дела, да, что есть пожарная безопасность, есть безопасность наводных объектов, то есть немножко их активизировать, да. Сейчас у нас в течение всего лета проходило мероприятие по безопасности летних каникул, а сейчас именно по учебному процессу. Помимо занятий с детьми, спасатели будут проводить соответствующие беседы с педагогическим составом, а также проведут во всех образовательных учреждениях учебные эвакуации. Месячник безопасности продлится до 15 сентября. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».